Здравствуйте! Я вас приветствую на авторском канале Людмилы Хомутовской. И сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эти волшебные камни, которые находятся у меня в руках, и подумали, какой цвет вас тянет, притягивает, что вас зовет. И просто разрешите себе почувствовать. Возможно, вы почувствуете телом, где-то что-то сожмется, отпустится. А возможно, вы услышите голос камня, и он позовет вас. Иди сюда, посмотри на меня. А возможно, вы увидите по цвету и примите решение, что именно этот цвет хочу. То есть у каждого из нас мы особые, мы дети Бога, и у каждого у нас как-то по-своему. И сейчас просто подумайте, никуда не спеша, какой камень ваш. Я пока положу три варианта. И у нас довольно интересный расклад. Расклад, который будет говорить о том, какие энергии у вас находятся в гармонии. И мы будем смотреть четыре энергии для первого варианта. Первая энергия – это будет энергия Солнца. Энергия Солнца у нас отвечает за то, чтобы мы были максимально активны, за то, чтобы мы чувствовали себя прекрасно, чтобы мы ощущали себя сильным, смелой, горящей, активной. И энергия для первого варианта – энергия Солнца. А сейчас, о чем нам говорит Луна? Какая энергия у нас инь? Женская энергия. Сколько у нас вот этой энергии проявления женственности, окутывающей энергии, волшебной энергии. Волшебная энергия, которая так притягивает мужчин. Энергия, которая завораживает. А сейчас еще одна карта. Она будет нам говорить об энергиях Земли, о силе Земли.
посмотреть, возможно, на других людей и разрешить им быть такими, как они хотят. И от этого у вас будет больше гармонии, больше состояния наполненности. И тогда вы закроете этап, когда нужно без конца перерождаться, без конца пробиваться через какие-то стены, через какие-то заслонки. И это даст вам силы. Что у вас энергии Земли? А вот Землей у вас прекрасно. Не скажу, что у вас прям очень много энергии Земли, но ее достаточно. Ее достаточно для того, чтобы жить, для того, чтобы строить планы, для того, чтобы реализовывать какие-то мечты, проекты. По здоровью вы можете сказать, что не всегда я в ресурсе, но если вас посмотреть, то у вас больше плюсов, чем минусов. У вас все-таки более-менее стабильное здоровье. Не самое лучшее, но не самое хуже. И с энергией Земли у вас все прекрасно, с чем вас и поздравляю. Единственный совет, который я могу дать по этой карте, попробуйте, пожалуйста, доводить свои проекты до конца. Проявите больше вот этого состояния, когда вы можете просчитать, а не сидеть и ждать с моря погоды. Проявите состояние, когда я управляю своей жизнью и когда я тот, кто запускает всевозможные проекты. И таким образом вы укрепите свою землю, укрепите свое здоровье и свои финансы. Есть у нас еще одна энергия, которая говорит об энергии Луны, об иньской энергии. И эта карта говорит о том, что не лады у вас с иньской энергией. Вы когда-то потеряли с ней связь. Возможно, вы не слышите свою интуицию, или как вариант, вы не прислушиваетесь к подсказкам, к тому, что вам говорят, вам добиваются, и вы не понимаете часто, что вы хотите. И поэтому вот этот дисбаланс слегка по этим энергиям у вас есть. И я бы вам посоветовала укрепить свое вот это женское начало, разрешить себе слышать, слушать, разрешить себе чувствовать, как вариант, разрешите доверять своим снам, потому что это все у вас есть.
насколько это похоже на вас. А сейчас вариант второй для аметиста. Какая у вас янская энергия? Насколько вы проявлены в этом мире? Насколько вы можете? И он сказал, есть. И, наверное, я сразу скажу, да, что ох, сколько у вас янской энергии. Вы тот, кто открывает ногами двери. Вы тот, кто может постучать по столу и сказать, да, я вот так хочу. И с эгом у вас много, и энергии у вас много, и даже, возможно, если вы женщина, то, возможно, вам так и говорят, что мужик в юбке. А если вы мужчина, то говорят уверенность в себе мужчина и может сделать все, что угодно. И именно вот эта карта говорит о том, что именно вы управляете своей жизнью, именно вы принимаете решения, и вам без разницы, что говорят окружающие. Это была у нас янская энергия. Сейчас у нас энергия инь, энергия женская, энергия луны. О чем говорит нам наша луна, наша бессознательная? Сколько у нас этой энергии? Сколько, насколько мы женщины, насколько мы привлекательны, насколько мы чувственны, интуитивны. Застряли вы в женских энергиях, прям в того, что как-то с этим вы справиться не можете женскими энергиями. Вы не понимаете, как ими управлять, и, возможно, даже вы туда смотрите часто, возможно, даже делаете какие-то усилия, но в силу того, что у вас чересчур много янских, у вас не помещаются, у вас именно инские энергии, не помещается у вас проявить вот эту женственность, не получается. И это проявляется и по одежде, это проявляется и по манере поведения. Не скажу, что вам очень это сильно вредит, но это и нехорошо, потому что вы не можете проявиться во всю силу, вы как бы отказываетесь от части себя, отказываетесь от того, что вы можете быть другой или другим. И все, что вы туда не делали, ничего не увенчалось успехом. Поэтому с инскими энергиями у вас нехорошо. А сейчас у нас энергии Земли, энергии здоровья, энергии рода. Что у вас с энергиями Земли, здоровья и рода? Я так понимаю, что сейчас вы как-то восстанавливаете вот эту связь. То есть, возможно, какое-то время назад у вас там было нехорошо, но сейчас вы над этим работаете. И уже мало-помалу вы подбираетесь к этому. Вы начинаете туда присматриваться, и вы можете даже сказать, что я тот, кто восстает, кто перерождается. Я тот, кто как-то начинаю финансово подходить более к этому состоянию, более стабильному. У меня, возможно, улучшается здоровье. И да, еще вчера вам было плохо. И позавчера вы, возможно, даже не знали, что вы будете жить. А сейчас вот это перерождение, вот это, знаете, вот как птица Феникс, которая поднимается с пепла и перерождается. Вот у вас сейчас вот эти энергии, вы этим наполняетесь, вы находитесь в состоянии подъема.
я не могу сказать, что вам это не нравится, потому что это дает вам силы, это дает вам вот эту мощь, это дает новые возможности. И сейчас энергия эфира, энергии нашего Высшего Я, связи с нашими ангелами, то есть духовная энергия. А вот с духовной энергией у вас нехорошо. Вы как-то очень сильно застряли в материальном. Вы очень сильно погрузились в дела текущие, когда прям нужно зарабатывать деньги, когда нужно зарабатывать на свою жизнь, когда нужно вот в этом круговороте бесконечных дел. И таким образом с энергиями Бога пока получается плохо. Единственное, что обращаетесь вы к ним только когда припечет, да, все мы вспоминаем Господа. Когда нам припечет, мы вдруг вспоминаем и говорим: «Господи, за что?» Забывая, что во всех остальных днях его не было. Я просто приземленно жил, приземленно думал и надеялся только на себя, надеялся на свои собственные силы. Не скажу, что это так плохо, конечно, хотелось бы больше, но бывает у людей такой путь. Им нужно погрузиться в материальное, а у вас прям карты, которые говорят о материальном, о том, что вы много работаете, вы много проявляетесь в мире земном. И, наверное, так нужно. Это был у нас прогноз для аметиста, для тех, кто загадал аметист. И как обычно попрошу, если вам понравится, ставить лайки, подписываться на мой канал и обязательно скажите мне, насколько это сошлось, насколько это созвучно вам. И сейчас третий вариант для солнечного камня, для желтенького вот этого камня, который управляется, какие энергии солнца, сколько у вас энергии солнца. Ну, что называется, по-еврейски с энергиями солнца у нас полный швах, то есть его, их совершенно нет. Вы чувствуете себя изнеможденным, вы сейчас чувствуете, что у меня недостаточно сил. Я не могу проявлять себя в этом мире. Я не могу, я ничего не могу. Возможно, помним, что энергии солнца – это еще энергии жизни, да? Возможно, кто-то даже из вас говорит, что я не хочу жить. И поэтому трудно вам, трудно, поэтому у вас маловато энергии солнца, вот этого проявления себя в социуме. Вот когда вы можете просто заявить о себе, когда вы можете отстоять свое мнение, и вы это все не можете. У вас нет.
заставили себя подняться. Потому что если смотреть по этому аркану, то самое тяжелое время, самое темное время, время перед рассветом, и этот период заканчивается, нужно все-таки подняться, нужно подняться над проблемами, нужно как-то разрешить себе жить, нужно разрешить себе радоваться. И что у нас с энергиями Земли? Тоже состояние депрессии, энергии недостаточно, недостаточно. Ничего меня не радует. Мне грустно и когда дождь идет, и мне грустно, когда солнце светит. И вообще мне постоянно грустно, мне постоянно больно. И вот это есть. Поэтому помните, пожалуйста, что вам важно выйти из депрессии, вам важно выйти с этого заколдованного состояния, чтобы проявить себя, чтобы доказать себе и другим, что вы можете жить. А что у вас с эфиром, что у вас за связь с Богом? Вот с Богом у вас как раз все хорошо. Не скажу, что так все было раньше хорошо, да, возможно, раньше у вас и веры не было. Но сейчас какая-то, знаете, засветилась надежда, когда вы решили, что пусть будет у меня хотя бы эта вера, пусть будет у меня вот что-то хорошее. Вот то, что дает состояние покоя, состояние умиротворения. И вот это, как бы, знаете, место, вот эта связь с Богом, она вот как какое-то очень сокровенное. Она настолько сокровенная. Возможно, вы даже сами туда заглядываете не всегда, потому что вы не верите себе, что есть.